Трагическая развязка в истории со сбежавшим школьником. Напомню, Александр Михеев поссорился с родными и просто выпрыгнул из машины на трассе Нижний Новгород-Дзержинск и сбежал в лес. Мать не находила себе места от горя. Волонтеры и полицейские прочесывали близлежащие леса всю неделю. И вот мальчика нашли. В 5 километрах от Балахны. По основной версии, он погиб от голода. Хотя все в этой истории загадочно и даже слегка отдает мистикой. Учителя и родные усматривают некие знаки в том, что его не было на последней фотографии и на последнем звонке. Именно он был последним в классе. Он меня папочка всегда называл. Ты понимаешь, папочка, папочка. Понимаете, мы вообще в шоке. Как он мог заблудиться? Он перед этим сдавал урок ОБЖ. Он готовился. У него ситуации были вот такие нестандартные. Он все правильно отвечал, он все правильно говорил, как выходить из трудных ситуаций. Там слышно и трассу, и машины гудят. И заблудиться, ну, километр, два, три, все равно натыкаешься на дороге, на людей, на какие-то предприятия. В лесу его нашли 5 километров. Да, около Балахны, 5 километров, ну, в лесу. То, что там лежал, было лицо у него все поцарапанное. Ноги, вот мы сидели в социальных сетях, нам сказали то, что от голода. Дожди были когда? В принципе, если, как говорят, если он голодал, не ел, то есть там начался дождик, организм, естественно, слабый, бороться уже был не в состоянии, мог от переохлаждения, ночи-то холодные были. Мокрая одежда, буквально несколько часов человек начинает мерзнуть, а ночью 18 градусов, это уже достаточно экстремально. Он менингитом переболел, и у него какие-то вот, ну, с головой непорядки, то, что пошли, может быть, из-за этого. Перед этим была очень плохая погода. Усмотришь. Да? Был какой-то ураган. Может быть, действительно, головная так болела голова, что таблетки негде. Нет, негде было взять. На последней фотографии 9 Б-класса Саши Михеева нет, потому что он опоздал. И он был с нами в классе, когда мы делали последнюю съемку. И вот вы видите, когда он выходит, и написал на доске последний звонок. Все это надо, мои слезы. Кстати, причиной конфликта с родственниками, после которого и разыгралась вся эта трагедия, стали курительные смеси. По словам друзей, Александр употреблял их регулярно на протяжении вот уже нескольких месяцев. Но точная причина смерти экспертизой пока еще не установлена.